Всем привет. В общем, волнение бешеное, конечно, но завтра нужно сдавать экзамен по теории на вождение. В голове вообще каша. Учить некогда. Повторять тоже. В пробках, в метро. Две приложухи, которые себе установил. Вот по ним и будем ориентироваться. Вот это зло. Ну, хотя, в принципе, какое зло, если повторять нужно. И мысли разные приходят в голову о том, что конец обучения, вроде бы в декабре все начиналось, а сейчас уже скоро июнь. Скоро лето. И самое, что интересное, эта пандемия, походу, всех подкосила, которая была в 2020. Хотя сейчас и 21 год, но тем не менее обучение происходит именно так. Старался параллельно и учиться, и ходить на вождение, но все равно время затянулось. Хотя если завтра все получится, то допустят к экзамену в ГАИ по вождению. Если я завтра сдам теорию, если я ее не завалю, скажем так. В общем, посмотрим, будем посмотреть, что будет дальше. Хотелось бы, конечно, поездить на фьюжике, но для этого нужно сначала получить права. В общем, как-то так.